хочу. У меня есть семинар Дохитон «Китайские фонарики». Это лиана. Хочу ее посадить пораньше, чтобы весной украсить ею заборы. У меня было два опыта перед этим. На многих сайтах писали, что нужно слегка присыпать землей или песком крупным речным. Но не в первом, не во втором случае. У меня семена не взошли, хотя я испробовала. Достаточно много схожих семян, достаточно высоко. Этот раз я попробую их высеять просто поверхностно и слегка чуть-чуть только придавив в землю. Здесь 5 штучек семян. Также вот они, семечки. Достаточно мелкие, но вполне видимые. Здесь у меня уже подготовленный субстрат, дренаж. Грунт универсальный, цветочный. Он сухой, но прежде чем их сеять, я хорошо сбрызну. И уже на влажную сбрызнутую почву буду их сеять. Не люблю я вот такие вот пакетики. Мне нравится, когда семена в пробирочках приходят. Там они легко открываются и более доступны. Постоянно так. Ох, надо же, как заклеили. Не добраться. Скорым-скорым пополам. Вот. Семечко. Чтобы не потерять. Всем поверхностно. Увлажнять я больше не буду. Уже увлажнено. Накрою контейнер крышкой и буду ждать всходов, как у меня на этот раз получится. Надеюсь, этот опыт у меня пройдет более успешно, чем предыдущие. И лианка все-таки меня порадует. Достаточно плохо видно семена, ну, просто поверхностно. Возможно, еще вот так вот сбрызну слегка. И также закрою крышечкой. Лианка должна зацвести уже на 4-5 месяц после посева. Готово, можно убирать на полочку к другим растишкам.